Welcome, 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 дорогие друзья. У нас тут реакция, эрекция на Fiddlestick геймплей превью. Одна минута, 3 секунды. И давайте поехали, сразу посмотрим. Я вебку убирать не буду, чтобы реакция была полноценная. Поехали. Вау. Блин, он такой уродливый. У него навыки так расписаны. Это пассивка, и он что-то расставляет. Это варды. И он выпрыгивает. Вау, это ульта была. Ешка его. W отсос. То есть, когда он убивает вард. Непонятно. Это Terrify. То же самое. Стоп, 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 стоп. Сейчас я еще раз. Terrify — это его кушка, как и раньше, Фир. И он выкинул противника. Но... если на противнике висит пассивка, уже Terrify, видите, то он тогда дает замедление по противнику. W начинает отсос, но при этом еще и хиляется вокруг. Он то ли по всем задевает, то ли только по одному. Ешка — это удар лапой. Удар лапой с сайленсом. То есть он своим когтем накидывает сайленс на противников. Вау. Крутая тень. И у рта он точно так же выпрыгивает, как и раньше. Но это скины его. Пока все еще нет чисел. На ПБЕ нам, конечно же, расскажут более подробно, когда он выйдет. И да, и это Fiddlestick вылетающий из этой... Стой, 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 стой. Я хочу еще раз посмотреть на его пассивку. На его пассивку. Где она тут была? Он поставил ее. И здесь поставил. А как он их ставит? На рандоме или что это вообще? Как она работает, его пассивка? Интересно. Противник идет, видит первую пассивку Fiddlestick'а, выбивает ее. Но попадает, судя по тому, что я вижу, в замедление. Это его вороны дают замедление. После этого он дает ульту. Перефлешивается. И двух игроков убивает. Я пытаюсь понять, как работает его пассивка. Он дал просветку, и появилось его просто чудо. Походу, это происходит, когда он видит противника. Потому что, смотрите, он сейчас дал просветку, увидел вард, и появилось его чучело. Следовательно, наверное, это так работает. Потому что здесь, смотрите, он дал просветку, только что звук просветки издался, и он сразу поставил свое чучело. И здесь он увидел вот эту, вот этих крипов, и тоже поставил свое чучело. Да, и ульта, походу, это просто прыжок, а не так, как было раньше. И прыжок, походу, в одного игрока. Потому что очень похоже на это. Сейчас посмотрим, как здесь это происходило. Когда он ульту нажимает. Хрен его знает. Но это на дэш больше смахивает. Не так она выглядит, как раньше. По-моему, гораздо быстрее кастуется, чем есть. Это его варды? Это может быть просто его варды. Просто варды, когда он ставит, либо пассивкой позволяет ему ставить ее. А как тогда кнопка будет на пассивку? Возможно, у него тринкет меняется на это. Пока ничего нам не сказано. Видите, все. Есть только наверняка здесь в чате тоже люди предполагают. Fiddlestick, pay for regard. He went on cute, despair. Ну, здесь это шуточные комментарии. Пока больше ничего не сказано. Может быть, действительно, когда он ставит варды, появляется чучелка. Но мне нравится, что Фир оставили и Сайленс оставили. То есть вот как бы я боялся, что вот эти составляющие у него уберут, и это станет абсолютно новый чемпион. Но нет, все появилось новенькое. И вот пассивочка новенькая у него появилась вместо скорости передвижения из статичного состояния. Он теперь может вот так вот делать. Ну что ж, вот такой вот у нас дурацкий чемпион. Хотя мне кажется, он будет дико крутым чемпионом. И обязательно, обязательно будем за него играть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. У нас сейчас нет чемпионатов, поэтому много контента на нашем основном канале будет появляться. Очень много контента. И про Fiddlestick'а в том числе. Всем пока.